распоряжение может отдать только Мурат Паша. Так пошли за ним своего постового. Только учти, пока прибудет визирь и примет решение, побег уже может произойти. Я пойду туда вместе с тобой. Значит, и отвечать буду наравне с тобой. Лучше проявить бдительность, чем огорчить султана. Греческие кварталы. Там есть ход в таверне Османа. Через него вы уйдете в горы. Идемте. Идемте. Ну, давай, идемте. Быстро. Идемте. Именем султана стоять! Окружить площадь! Никого не упускайте из окружения! Оружие к бою! Взять их! Видишь, Никодимушка, как все обернулось. Господи, как же так? Как же так, Господи? Как же так? Ты откуда здесь, отче? Вот. Не уберег. Пойдем скорей. Я помогу тебе вынести его отсюда. Государь, я должен покинуть ваши гостеприимные земли. Позвольте поднести прощальный подарок. Спасибо тебе, посланник. Мы твой подарок не забудем. Обещаю. Боже духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьявол упразднивы, и живот миру твоему дороговы. Господи, упокой душу усопшего раба твоего Никодима, вместе с верой, вместе с властью, вместе с Богом. Это чужая, это бежа болезнь, печаль воздыхания. Мать, сестра, великий, живи правильно. Не тревожься, отец. Я твоего имени не посрамлю. Кроме греха, правда твоего веки, и слово твое истина.
Чужому богу молюсь, а безбожникам служу. Буйня это. Все, что не делаю, все как-то. Как во всем этом человеком остаться? Господа моли о спасении души. Он милостив, простит и направит по верному пути. Бежать мне отсюда надо. Послушай меня, Алексей. Господь прозорлив. И встречу нашу не просто так управил. Нужен ты мне здесь, Алексей. Потому что я здесь не только Богу служу. Я здесь русский интерес представляю. Что делать надо? Жди пока. Смотри, слушай, смекай. А там я сам тебя найду. Зови, когда понадоблюсь. Видал, что турецкий посланник царю подарил? Я слыхал, Борис Федорович, на Востоке плеть дарит в знак великой дружбы. Мы не на Востоке, Мирон. У нас другие обычаи. И турок этот не хуже нас с тобой это понимает. К войне с нами турки готовятся. Это и есть тот евнух? Как ты говорил, его звали? Кара? Мне почем знать. Ночью все мавры черные. Теперь ясно, какой хатун-то ходил в Тупкапы. Не знаю, что у тебя с ней за дела, но я бы на твоем месте с ней не связывался. Почему? Небезопасно иметь дело с любимой наложницей султана. Госпожа велела позвать тебя. Я не могу. Я в карауле. Госпожа ждет тебя ночью. Передай госпоже, что я не приду вовсе. Мне есть кому служить. Пусть поищет себе другого героя. Я передам госпоже, что ты отказался выполнить ее пожелание. Чего он хотел? Чтобы я снова встретился с его госпожой. А ты? Я решил послушать совет друга. Об этом пожалеешь, я не Чарли. Давай, давай, давай.
спокойно. Мы просто поговорим. А ты часом не ошибся, добрый человек, я тебя не знаю. Я не ошибаюсь. Ты посол Данила Исленев. Привез в Стамбул грамоту от русского царя. Видишь ли, наша империя велика. У султана Мехмеда слишком много забот. Не нужно отвлекать его подобными мелочами. Отдай мне грамоту. У меня много неотложных дел. Пойду я. Посол, с твоим поместьем случилась беда. Его сожгли крымчаки. Но дочь твоя, Анна, она невредима. Более того, она сейчас здесь, в Стамбуле. Хочешь увидеть ее живой? Отдай грамоту. Понимаю. Непростое решение. Я даю тебе время подумать. Разорили мое имение и вывезли Анну. Теперь требуют то, что для султана назначено. Да ты знал. Что ж не сказал? Не хотел ставить тебя перед невозможным выбором, Данила. Это моя дочь. Но это твой долг, Данила. Я буду молиться за тебя, за Анну, за русское царство. Что здесь делаешь? Пришел за ответом. Твоя дочь против грамоты, писанной вашим царем, нашему султану. Обмен. Я же сказал. Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Ты обознался. Ну, не надо так. Только представь, что могут сделать злые османы с православной девушкой. Оставь меня, добрый человек. От того, что ты меня пугаешь, я не начну понимать больше. Ну, хорошо. Я пришлю тебе ее ухо. Или палец. Серафим. Слушаю тебя, отче. Запоминай послание. В Москву поедешь. Русский посланник отказался менять дочь на царскую грамоту. Проявил завидную силу духа. А может, не верит, что его дочь у нас. Так или иначе, на договор с нами он просто так не пойдет. Но есть другой способ. Дома он грамоту не хранит. Мои люди там все обыскали. Стало быть, носит с собой. Снимем грамоту с покойника, и Мехмед никогда не узнает о мирном предложении русского царя. Кроме того, убийство посла равнозначно объявлению войны. Русский царь будет вынужден сам начать войну с Высокой Бордой. И вот еще. Откуда это? Принесли сегодня утром. Какая-то старуха передала через охрану. Если верить этой бумаге, я не виновен в бунте дервишей. И пусть Мурад Паша узнает об этом, мой мальчик. Я наслышан о твоих подвигах и в крепости, и в Трапезунде. Никаких подвигов, госпожа. Мы просто исполняли свой долг. Снова меня называешь госпожой, как 20 лет назад. Как будто у меня нет имени. Имя Байзид дается человеку не только для того, чтобы его с ненавистью шептали враги, но и для того, чтобы его с нежностью произносили друзья. Простите, София Султан. Если бы каждый, кто служит моему сыну долг, понимал так, как ты, мы бы правили миром. Да будет на то воля Аллаха. К сожалению, Мехмед слишком резок
и абсолютно лишен необходимой гибкости. Потому Аллах ему дал меня. А мне тебя. Тебе идет этот халат. Благодарю. Но мне привычнее в походной одежде. Пора менять привычки. Довольно прятаться по дальним гарнизонам. Твои таланты нужны мне при дворе. Я простой полковой мулла. Боюсь, я не создан для придворной службы. Иногда и при дворе случается надобность в простом полковом муле. При всем уважении, София Султан, я должен отказаться и просить разрешения отбыть в крепость. Довольно. Ты останешься. Это не просьба, Байзит, это назначение. Мне нужен честный, смелый человек. Мне нужен ты. Такова воля моя. Неужели ты хочешь оспорить ее? Даю тебе время подумать, потому что для меня очень дорого твое добровольное согласие. Знаешь, что это? Я вашей грамоте не обучен. Здесь написано, что ты замышлял против великого султана. И дервиши на бунт тоже ты подбил. Что скажешь? А то и скажу. Это клевета и наговор. Наговор? А свидетельство в твою защиту есть, если это наговор? Нет у меня свидетелей. А раз нет у тебя свидетелей, твоей участи не позавидуешь. В камеру его. Виноват он. Это Хасан отводит от себя подозрения. Возможно. Даже скорее всего. Но надо иметь очень весомые доводы, чтобы заступаться за обвиняемого в государственной измене. У меня таких доводов нет, Реджеп Паша. А у тебя? Значит, придется пожертвовать этой пешкой. София Султан, я готов принять ваше предложение. И у меня есть просьба. Не спишь. Поспишь тут. Когда в темницу без вины закинули. А ты ни в чем не виноват. Уж точно не в том, в чем меня обвиняют.
Знаешь, кто такая Валиде Султан? Знаю. Мать Султана. Я Валиде Султан. Что ж не просишь о милости? Не доверяешь? Правильно. Никому не доверяет, даже мне. В Топкапы можно верить одному Аллаху. Аллах всегда на стороне правосудия. А правосудие будет на твоей стороне, если ты ему доверишься. Знаешь, в чем тебя обвиняют? Да, Базидага. Кади Аскеру следует обращаться к Кади Эфенди. Да, Кади Эфенди. Я знаю, в чем меня обвиняют. Ты признаешь свою вину? Нет, Кади Эфенди. Его вина очевидна, Кади Эфенди. И я прошу самого сурового наказания для этого изменника. Насколько мне известно, Гафур Паша, тебя не было в городе, когда дервиши устроили мятеж. Это так, Кади Эфенди. Есть здесь кто-то, кто может подтвердить вину этого человека? Дойди. Скажи, готов ли ты перед лицом Аллаха поклясться на священном Коране в своей невиновности? Готов, Кади Эфенди. Перед лицом Аллаха клянусь, что никогда не имел злых мыслей против султана и его власти и никогда не подбивал дервишей на мятеж. Уважаемый Кади Эфенди, неужели вы поверите клятве этого Гяура? Клятвы Гяура нет. Но я принимаю клятву раба султана и правоверного мусульманина. А ты, Гафур Паша, готов перед лицом Аллаха поклясться на священном Коране в том, что этот человек виновен в злодеяниях, описанных в этой бумаге? Эту бумагу писал не я, Кади Эфенди. Так приведи того, кто писал. Пусть он подтвердит свои слова. Пишите. Если завтра до начала Зухра вина Янычара Али не будет доказана, то волей Аллаха я его отпущу. Выводите. Ты знаешь нового Кади Аскера? Нет. Если завтра к полуденному намазу я не приведу к нему автора доноса, то этот новый Кади Аскер отпустит Али. Он или слишком смел, или слишком глуп. Откуда он взялся? Говорят, за его назначением стоит София Султан. Старая карга. Скажи мне, дядя, ты на самом деле не имеешь отношения к этому доносу? Мальчик мой, я сам готов поклясться на Коране, что не писал этой бумаги, не диктовал ее и не приказывал ее написать. И я не меньше тебя хочу знать, кто написал этот донос. Великий султан возвращается в Стамбул. Необходимо подготовить ему достойную встречу. Да, встреча должна быть достойной. Ликование.
Я был на суде. Похоже, Али рано сбрасывает шахматные доски. Давай. Итак, Гафур Паша, готов ли ты представить нам свидетеля против этого янычара? У меня нет свидетелей, Кади Фенди. Документ, что лежит у тебя на столе, передали через постороннего человека. Готов ли ты поклясться истинности сказанного в этом письме? Нет. Пишите. Янычара Али освободить из-под стражи. Гафуру пошел оплатить 100 акче. За ложное свидетельство. Кадеев, Энди. Но я двигал долг. И единственное желание — верно служить султану. Все мы служим султану. Правду визирь Хасан, а она не всегда приятна. Россия богата и необъятна. Я спрашивал не об этом. И она не хочет делиться своими богатствами. Сын покойного государя Иоанна слишком мягок и не решает ничего без совета со стороны приближенных. А желающих давать ему советы слишком много. Среди наиболее влиятельных я бы выделил Шуйского, Бельского, Романова и Годунова. Годунов. Родственник царя. Брат царицы. Мне кажется, он ближе всех к престолу. Годунов держится дерзко. Он боится войны с Высокой Портой, не хочет ее, поэтому готовится к ней. Русские готовятся к войне. А раз готовятся, значит, хотят войны. Это именно та правда, которую должен услышать султан. Государь. Борис Федорович напугал окаянный. Прости, Господи, за злое словцо. Прости, государь, что побеспокоил, но время не терпит. Ты по что деньги, выделенные из казны на укрепление крепости в Орле, монастырь отдал? Крепость в Орле укрепляем против крымцев. Стены латаем, пушки новые ставим. Не тирань меня ради Христа, Борис Федорович. Жертвование монастырю – дело Богу угодное. В том монастыре боярин Роман Захарин погребен. И потомки его, Романовы, твои, государь, первейшие враги. Полно. Полно, Борис Федорович, всюду врагов искать. Так я же не ищу. Они сами нас находят. Крепость в Орле мыслю в первую голову, как опору против османов. И другие города-крепости строить надо. Я наметил Воронеж, Елец, Белгород, Царев город тот же.
Царев. Мой, стало быть. Твой, государь, твой. Только чтобы его построить, деньги нужны. А ты их монастырю. Не отнимай же теперь. Вы этих отнимешь. Ты, государь, следующим разом совет с митрополитом Иовом держи. Он державную нужду знает. И если деньги на крепости пойдут, то за это 100 дней молебны о здравии твоем по всем храмам на Руси твориться будут. 100 дней? Спаси, Христос. Вот и договорились. Федор Савельевич, давно тебя вести не было. Как жив-здоров? Твоими молитвами, Борис Федорович. Ну что с крепостью? Кольцо стен замкнули, башни складываем. Дожди замучили окаянные, земля плывет. А что фундаменты выдержат? Обижаешь, Борис Федорович. Лазим, как в белом городе. На дубу из фаек клейте из бревен кладем. Бутуем щебнем, камнем. Сверху кладку ведем. 300 лет постоит. Не шелохнется. Да, давай, Федор Савельевич, поспешай. С запада никакой обороны, кроме старой Можайской крепости, нет. В будущем году закончишь? Не казни, Борис Федорович. Ни в будущем, ни через следующий не закончим. Люди работают так, что ночами не спят. Поесть забывают. Знаю, все знаю. Но поспешай, Федор Савельевич. Чую, Смоленск нам понадобится. Скоро понадобится. А, сказывают, что государь хочет приехать на крепость посмотреть. Правда или нет? Ты вот что. Пойди отдохни с дороги. Завтра еще поговорим. Валида. Стамбул ждал тебя с победой, Мехмед, и ждет от тебя новых побед. Мою победу приветствовали всю дорогу от дальних подступов к городу до самых ворот Топкапы. Во дворце Топкапы все в надлежащем порядке. В твое отсутствие я неустанно забочусь об этом. Мой драгоценный сын.
ты все так же прекрасна, Зульфия. Мой падишах. Завтрашний день я хотел бы начать со встречи с тобой. Сегодня меня еще ждут визири. Я рад, что здесь все в порядке, Варида. Милостью Аллаха, великий султан Мехмед. Хасан и Мурад Паша. Вы оба пригодились бы нам под Мезе Керестешем. Жаль, что мои советники не могут оказаться в двух местах одновременно, но кто-то должен следить за порядком в столице, пока я на войне. Мурад Паша весьма преуспел в подавлении беспорядков в городе. А визирь Хасан проявил усердие в ловле заговорщиков. Что ж, я рад, что оставил столицу в надежных руках. Ваши предки покорили полмира, Ваше Величество. Новая победа показала всем сомневающимся, что золотой век не прошел. Вашими стараниями он продолжается. А пока продолжается пора великих завоеваний, мы можем устремить свой взгляд дальше. Поясни, визирь Хасан. Россия, богатейшие земли, теперь к ней присоединилась Сибирь, пушнина, самоцветные камни. Покойный царь Иоанн откусил слишком большой кусок. Этот кусок не по зубам русскому царству. Что думаешь ты, Мурад Паша? Боюсь, высокая порта не готова к еще одной войне. Русское царство ослаблено Ливонской войной и крымскими набегами. Именно оно не готово теперь к войне, мой падишах. Кто это? Это новая наложница, которую Нагайслихан прислал тебе в подарок. Примус Интер Парес. Его божественное всесвятейшество и вселенский патриарх Иеремия II. Что с моими родными? Рассказывай, что ты молчишь? Подарок от моей королевы, достопочтенному визирю. Ты слишком долго принимаешь решение по поводу женитьбы на мне. Если тебе не нравится твое нынешнее положение, я могу избавить тебя от него. Вы Константинополь через мелкое сито просеяли. Святыни иноверцам отдали. А в христианских храмах мечети позволили устроить. Так что не гневи меня, патриарх. Мне нужно, чтобы ты незаметно следил за русским послом. И в случае опасности защитил его. Это ты меня так на цареву службу зазываешь? А ты что, казак? Царю служить откажешься? Я должен знать все. Где Али бывает? Что делает? С кем встречается? О чем говорит? Ты пешка, Али. Так что шагай, куда говорят, и забудь про обиды. Вот. Сберег, как ты просил. Спасибо.